В 2023 году в учреждение здравоохранения городского округа Люберцы поступило почти 300 единиц нового оборудования. При поддержке правительства Московской области медицинские учреждения постоянно оснащаются современным оборудованием. За год поставлено всего 295 единиц на общую сумму более 439 миллионов рублей. Из них по программе здравоохранения Подмосковья 267 единиц, по наказам избирателей 28. В детской больнице установлен новый аппарат МРТ, открытая реанимационная система для новорожденных, передвижные рентген и УЗИ. Напомню, что в системе здравоохранения городского округа Люберцы 10 государственных учреждений здравоохранения. Люберецкая областная больница, Московская областной центр охраны материнства и детства, подстанция скорой медицинской помощи, 4 диспансера, 2 детских санатория и стоматологическая поликлиника.